Дополнительный протест был организован в Тбилиси в день прибытия президента Франции Николя Саркози. Организатором митинга выступила председатель правозащитной организации бывшего политзаключенного за права человека Нана Какабадзе. Через Facebook Нана Какабадзе и ее единомышленники призвали население Тбилиси не участвовать во встрече с французским президентом. На митинг люди пришли с ветками роз без цветов, но с шипами. Это был символ разочарования в революции роз. Дескать, розы пропали, а остались лишь шипы. Наше правительство и президент хотят показать всему миру, что вот весь народ поддерживает Саакашвили. Это, мягко сказать, это ложь. Поэтому мы постарались, представители общества, показать и передать наше обращение Саркози, где мы говорим о том, что гражданское общество выражает свою благодарность президенту Саркози, который внес, правда, очень большую роль в 2008 году во время войны, но мы также хотим сказать, что после революции, розовой революции, мы потеряли все те либеральные ценности, которые были после распада советской власти в Грузии. Независимый суд, свобода слова, что в стране есть политзаключенных и так далее, и так далее. Пытки и бесчеловечное обращение. Вообще визит Саркози сам по себе положительный факт или отрицательный? Для... Я прямо скажу, что вот визит Саркози не повлияет у нас не повлияет на внутренние проблемы. Демократии у нас нету свободы слова. И я думаю, что самое главное бороться самим бороться, решать эти проблемы. Протестует то положение, которое в стране идет очень времена для нас, для беженцев, для безработных. Потерянные территории, 20% территории оккупированы. Что они празднуют и что они отмечают? Мы протестуем, мы не против французского народа и приветствуем президента Франции, что он в 2008 году, он фактически для нас очень много сделал хорошего. И благодарны ему, мы протестуем нынешние действия, нынешних фактических власти в Грузии. Спасибо. Что мы можем предложить абхазцам и осетинам, завязать нашу семью обратно? Что может предложить наше правительство? Отстрелы на улице без суда и следствия? Террор бизнеса? Выселение и изгнание беженцев? Изгнание людей с работы? Гонение по политическим мотивам? Что? Что является из этого списка заманчивым хотя бы для осетины и абхазцев? Митинг протеста окончился уже в 17:30, когда на площади Свободы только-только начиналось совместное выступление Саркози и Саакашвили. Именно на это выступление организаторы митинга призвали не ходить жителей Тбилиси.